Вот этот с виду непримечательный прибор за считанные минуты способен провести анализ крови или слюны и поставить диагноз. Выявить, например, патологию печени, почек или онкологическое заболевание на ранней стадии. Для этого не обязательны лабораторные условия. Электрофорез на чипе мобилен и не требует дорогого обслуживания и больших затрат на медицинские расходники. Он прост в использовании. Одно из преимуществ, то, что не нужно стоять в очереди и на приеме, врач может уже поставить какой-то диагноз. В случае стационарных приборов это нужно вставать в очередь. Прибор требует стационарный набор там, не менее 100 проб. Направлен на то, что вот используется одноразовый такой чип для пациента. Аналога у прибора нет. Так быстро и дешево требуемые анализы еще никогда не получали. Нашей целью было как раз удешевить этот анализ и ускорить его, потому что вот получается электрофорез на чипе, он занимает по времени не больше 10-15 минут. И плюс и за счет того, что минимальное количество реагентов, которые нанесены уже в эти каналы чипа, сокращается существенно стоимость анализа. Экспресс-анализатор можно использовать в отдаленных районах и даже в условиях крайнего севера. Все результаты анализов автоматически передаются в центральную районную больницу. Возможности этого прибора практически не ограничены. Электрофорез может проверять даже качество продуктов, воды и алкоголя. Разработка этого прибора занималась команда из 5 человек. На это ушло 3 года. Сейчас электрофорез проходит главный этап – калибровку. Это нужно для того, чтобы настроить точность анализатора. Проект находится на стадии завершения, и в ближайшее время его запустят в массовое производство. Елена Малютина, Николай Сидоров. События.